В 2019 году еще одной площадкой празднования Дня Республики наряду с Чебоксарами станет Алаторский район. Указ об этом подписал сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев. На проведение праздника и развитие общественной инфраструктуры муниципалитету выделяется грант главы республики. К другим темам – здоровье и дети – под таким названием прошел третий ежегодный молодежный форум города Чебоксары. Чем опасны психотропные вещества, за что могут привлечь к уголовной ответственности, как избежать заражения ВИЧ? На эти и другие вопросы всем участникам ответили на форуме. О психотропных веществах я знаю не так много, но я знаю, что они очень сильно вредят здоровью человека, ну, физическому и психологическому. С каждым годом количество участников все увеличивается. По сравнению с первым форумом, их число выросло в 5 раз. Это говорит о том, что подрастающее поколение начинает задумываться о своем здоровье. Такие форумы нужны для того, чтобы понять, хорошо это или плохо, и что не стоит делать. И чтобы понять, что это довольно плохо влияет на будущее и на нашу жизнь. Гигиена, профилактика ВИЧ-инфекции, ранняя беременность – эти дискуссионные площадки традиционно присутствуют на форуме. В этом году к ним добавились еще 2 – «Сам себе психолог» и «Мир без вредных привычек». Эти направления выбираются с учетом статистики, которая у нас на сегодняшний день в городе Чебоксары существует. У нас специалисты здравоохранения, они ведут свой учет, и исходя из этого учета у нас формируются разные площадки. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.